В Большом зале администрации собрались все те, кто обеспечивает дома новороссийцев светом и теплом, поддерживает чистоту во дворах, благоустраивает и озеленяет улицы и скверы. И делают они это ежедневно, зачастую круглосуточно. Целая армия людей делает наш город комфортабельнее, краше, удобнее. Это дело ваших рук. Вы знаете, каждый год традиционно мы собираем вас, сотрудников этих служб, и чествуем самых лучших, самых выдающихся. Но я сейчас хочу сказать слова благодарности вам всем за тот труд, который вы делаете, за тот город, который сегодня мы видим, как он динамично развивается. Ваш труд в том числе повышает экономику нашего города. Повседневный и кропотливый труд работников энергоснабжающих, сбытовых, обслуживающих организаций, предприятий, облагораживающих наш город, часто остается незамеченным. Когда в домах есть свет, тепло, вода, мы к этому относимся как к должному. И лишь когда случаются неполадки или аварии, только тогда понимаем, как остро нуждаемся в, казалось бы, элементарных вещах. Если представить, что у вас хотя бы на одну неделю отпустить всех в отпуск, ну, конечно, в городе наступит коллапс. Мы зарастем в грязи, в холоде и так далее. Поэтому от всех жителей Новороссийска низкий вам поклон за вашу действительно очень нужную такую работу для всех нас. Рашид от имени депутатов поздравляет вас с праздником. Всем здоровья, счастья, благополучия, достойной заработной платы, уважения к вашей профессии. Конечно, в сфере ЖКХ проблемы были и остаются. Главное, есть люди, которые в состоянии их решать оперативно и профессионально. Они не боятся тяжелого труда, и капризы погоды их не страшат. Лучших из лучших – слесарей, дворников, мастеров, инженеров, всех тех, кто обеспечивает комфорт и благополучие жителей, сегодня поздравляли с профессиональными победами. Начальник службы по обслуживанию наружных газопроводов ОАО «Юггазсервис». Почетные грамоты от главы города и депутатского корпуса. Искренние слова благодарности, творческие подарки – все это создало особую праздничную атмосферу. Ирина Ищенко, Сергей Витько, «Новая Россия».